20 лет назад Елена Уморина получила перелом грудного отдела позвоночника. Вспоминает, что справиться с тяжелейшей травмой было непросто. Но она смогла не потерять веру в свои силы. 3 года назад Елена приняла участие в конкурсе «Рожденная побеждать» и завоевала титул королевы счастья. Жюри покорил ее совместный номер с дочерью. Давай, давай, загадывай желание, времени совсем мало. Я хочу, чтобы ты училась на одни пятерки. Я хочу на море. Я хочу, чтобы ты была крутой спортсменкой. Елена не просто мечтала о том, чтобы дочь стала известной спортсменкой. Сильная женщина решила стать достойным примером. И в 2019 году профессионально занялась пара-карате. Мне было, конечно, странно как-то сочетать вообще эти слова «коляска» и «карате». Но со временем я, конечно, поняла весь смысл. И вообще хотелось бы сказать, что карате может заниматься каждый. Долго ждать результатов не пришлось. В прошлом году на международных онлайн-соревнованиях Елена Уморина завоевала бронзовую медаль. А в мае этого года Елена вновь взяла бронзу на чемпионате Европы, который проходил в Хорватии. Награда досталась Елене ценой изнурительных многочасовых тренировок и бессонных ночей. Ей в буквальном смысле пришлось преодолеть границы собственных возможностей. Первые ступени пьедестала она уступила только 2 спортсменкам, способным передвигаться и без инвалидной коляски. Там участвуют не только люди с ограниченными возможностями, но и люди, которые, например, ходят. И, конечно же, соперничать с ними будет нам очень тяжело, потому что и спина, и ноги, все на каждых ударах они могут, к примеру, даже опираться ногами, чего мы себе позволить не можем. Завоевывать медали Елена может не только благодаря тренировкам в спортивной школе Олимпийского резерва «Конус». Во всех начинаниях спортсменку поддерживает семья. Именно муж и дочь дают тот самый необходимый стимул для новых побед. Вообще для меня сейчас спорт – это такая большая часть моей жизни. И, конечно же, это раздвигает границы, это дает уверенность, и двигаться по жизни такими твердым шагом, никого ни о чем не просить и знать, что ты все можешь сама. Талант и любовь к жизни не имеют границ. Эта жизненная кредо не раз выручала Елену Уморину. Поэтому она и не останавливается на достигнутом, а всегда двигается вперед. Евгения Малышко, Сергей Курапкин, ОТВ.